Ну вот из окна уже море. Подъезжаю. Черного моря. Прямо. Батуми. А вон там ходит чувак. Комментирует то же самое. Вот уже совсем подъехал. Сейчас буду выгружаться. Батуми. Скажите, а велосипед мне вот оттуда сюда нести? Если подождите, потом там откроете. Не, могу пронести, пока люди выйдут. Там люди. Ну да. Ну вот, выгляжу, сейчас соберу вел, навешу сумки и двигаю, не буду здесь останавливаться, двигаю сразу уже в хоп, наверное. Так, странно, чего не хочешь. Ага, вошел. Так, сумочки. Они после цементной пыли такие, конечно. Это там, где я проехал по цементному заводу. И велик стал грязный, и сумки стали все, что их потрогаешь, и они, ну, цементная пыль на руках остается противная. Надо будет где-то их хорошенько промыть. Благо здесь, ну, тепло, температура. О, перчатки начали рваться. Все, не выдерживают даже перчатки. Ну вот Батуми и его Черное море.
I like my first time here. You like it, Georgia? Yeah. Тбилиси, Батуми, everywhere. You visit Kakhetia? Kakhetia. I never been in Kakhetia. Now I'll go to Turkey. To Turkey. Батумская речка. Да, в Батуми воздух отличается даже от тбилисского. Прям такой насыщен ароматами цветочными. Не пыхти. На, вот здесь смотри. Тупица. О, даже пузыри полетели. На. Ух ты, молодец, поймал. Прямо как наш осик. Сосиска дрянь. Иди лови там. Ну давай теперь под машину. Иди сюда. Ну. Но. Сидеть. Да тихо, да не тряси, блин. Возьми. Ну вот, да. Здесь нет ничего. Вот. Вот она. Смотри. Ну как возьмешь? Бери. Вот колбаса. Над тобой встают, как зори, наши юности, надежды. Ну вот, на Сарпи тоже
такая же очередь из фур стоит. Сколько они времени здесь будут загорать и как они подвигаются, с какой скоростью. Это, конечно, большая проблема. Подъезжаю на приграничный пункт Сарпи. Уже граница грузинская, судя по всему, должна быть. Только приехал и уже уезжаю из Батуми. Буквально 30 километров пропилил, еду туда дальше. Ну все, я в Турции уже прошел границы. Что-то на турецкой штамп поставили, а потом, когда на выезде, они еще раз проверяют штамп в паспорте. Копался, не мог найти. Пошел туда. Девки сидят там в киоске. Тоже смотрели, но вроде нашли. Странно, какая у них тут происходит. Так, и осталось нам до Хопы 20-очка. Ну вот, мчусь уже по Турции, типа того. Справа Черное море, то же самое, что в Грузии, уже за границей. Слева какие-то горы. Перегоры. Едем до города Хопа. Это самый близкий приграничный город в Турции. Грузии. Да. Турецкие спокойные собаки. Вот и пляж турецкий. Не хочу. Сначала доеду, а потом уже посмотрю, может, на пляж схожу, а может, и пойду. У меня тем более трусов нету плавательных. Хотя я могу в любых велосипедных шортах туда забраться. Уже в Хопе зашел в отель. Там сидит дед, говорит, через один час кто-то там придет. Самый главный. Пойду сейчас денежки поменяю. Покушаю. Ну вот уже. Турция. Где банки? Банков не вижу ни одного. Ну а так считай, самый центр. Это вот, наверное, главная площадь. Здесь, наверное, должен быть какой-нибудь банк. Все, вот в отеле. Уже почти засыпаю. Надо хотя бы сходить поесть. Съем кебаб. Вернусь обратно и буду спать.